Совсем скоро этот подъезд на улице Германа Титова, дом 14, корпус 1, преобразится до неузнаваемости. Здесь проведут дизайнерский ремонт. На первой встрече с представителями управляющей компании жителям предложили концепцию будущего пространства. Мы, естественно, очень рады, потому что ремонта наш подъезд просит давно. А тут дизайнерские решения, девочки такие проекты красивые показали. Будем выбирать, думать все вместе. Всего в этом году в Химках появится 2 дизайнерских подъезда. Еще одно пространство преобразят на улице Горшина, дом 8. Для дизайн-макетов разработаны уникальные концепции, продуманы графические и цветовые решения, отвечающие современным трендам. Ожидается, что общая композиция будет нести определенный авторский посыл. После завершения работ эти подъезды будут заявлены для участия в региональных и общероссийских конкурсах.